Здравствуйте. В эфире программа «От шабата до шабата». Меня зовут Михаил Рабинович. Сегодня начнем с политики. На минувшей неделе на безграничных просторах нестабильной израильской власти появилась новая должность – временный спикер Кнессета. Известие об очередном проявлении творческого подхода к решению политических проблем пришло с коалиционных переговоров Ликуда и религиозного сионизма. Там, в полном соответствии с известной схемой принятия неизбежного, громко прошли отрицание, гнев, торг и, подавив депрессию, начали двигаться в сторону этого самого принятия. В минувший вторник представители религиозного сионизма и Ликуда сообщили о значительном прогрессе в коалиционных переговорах. Было особо отмечено, что Бецалель Смотрич, в отличие от публикации в прессе, не возражает против назначения временного спикера Кнессета, поэтому назначение будет проведено немедленно. Формулировка «временный спикер Кнессета» — это очередное изобретение Нетаньяху в его непростом диалоге со Смотричем, поскольку в израильской политике такого понятия, как «временный спикер Кнессета», просто не существует. И если депутат, занявший этот пост, откажется по тем или иным причинам его покинуть, то понадобится не менее 90 депутатских голосов, чтобы сместить его с должности. Спрашивается, так для чего же Нетаньяху изобрел временного спикера? Все для того же – разделять и властвовать. Мы видим, что лидер Ликуда, несмотря на ряд успехов в переговорах с коалиционными партнерами, все еще не решил проблемы внутри своей партии. А ведь там вопрос о том, что кому достанется, стоит очень остро. И от решения, кому именно будет отдан столь важный пост, как спикер Кнессета, наверняка многое зависит. Однако назначить нового спикера необходимо прямо сейчас, поскольку от этого зависит и судьба важнейшего партнерства с партией ШАС. Дело в том, что у главы этой партии Арии Дери из-за многочисленных проблем с законом в прошлом могут возникнуть проблемы с получением министерского портфеля в настоящем. Суд не позволит. Поэтому Дери требуется срочная помощь парламента, чтобы отобрать у суда его главный инструмент – закон. И тут мы возвращаемся к началу, к появлению на свет новой должности временный спикер Кнессета. Чтобы спасти рядового Дери, надо сменить нынешнего спикера, депутата от Еш Атид Мики Леви, прямо сейчас. Однако для того, чтобы правильно расставить фигуры на коалиционном поле после удовлетворения всех требований партнеров и однопартийцев, необходимо время. Поэтому спикер будет временным. Прокомментировать развитие ситуации я попрошу политолога Арика Эльмана. Арик, добрый вечер. Добрый вечер. Я попытался в меру сил объяснить ситуацию, но все же, кто сегодня в Ликуде претендует на пост спикера Кнессета и почему, если существует действительно насущная необходимость, нельзя назначить постоянного спикера уже прямо сейчас? Отличный вопрос. На самом деле, в данный момент на должность спикера Кнессета в Ликуде открыто претендует один человек, Дани Данон. Потому что все остальные хотят быть министрами. А в чем же проблема тогда? В том, что Нетаньяху не уверен, что он хочет назначить Данона, который в прошлом фрондировал, что называется, немало, и в течение последнего периода не был депутатом Кнессета. Он занимал различные должности в аппарате глобального Ликуда, он не был парламентарием. Нетаньяху не чувствовал, что он может на него положиться в таком чувствительном деле, так, как он мог положиться на Ирива Левина или Амира Ахану. Но поскольку и тот, и другой хотят быть министрами, то вполне возможно, вот эта вот идея с временным председателем Кнессета, она была именно на это нацелена. Назначить человека, который будет готов сам уйти в отставку в обмен на министерский портфель, которого он добивается, и тогда уже не спеша назначить председателя Кнессета среди тех, так сказать, собственных лоялистов, которым не достанется ничего другого. На самом деле, как ни смешно, вся эта комбинация может оказаться вообще ненужной, потому что прогресс на переговорах коалиционных уже достаточно серьезный. Осталось договориться по-настоящему только с юристом Торы. И если это будет так, то в понедельник уже можно назначать постоянного председателя Кнессета при условии, что Нетаньяху наконец-то остановит свой выбор на человека, которого бы хотел там видеть с самого начала. Потому что, как мы уже сказали... Но вы предполагаете, что это не будет Дани Данон? Я думаю, что там будет серьезная борьба, в том числе среди депутатов и экс-министров, которые занимали этот пост. Самый, так сказать, маловероятный кандидат — это бывший председатель Кнессета от Ликуда до 2019-2020 года, Юлия Эдельштейн. Там мы знаем, что Нетаньяху вряд ли будет рисковать назначить его на эту должность по причине, так сказать, существовавших между ними разногласий. Недаром он не числится среди кандидатов на ведущие министерские посты от Ликуда. Не только он, надо сказать. Теперь, что касается развития событий на самих коалиционных переговорах, то здесь, как можно сказать, все ясно. Есть немало экспертов и юристов, которые говорят, что Дери на самом деле опасаться нечего.
решение по его последнему уголовному делу, компромиссы, сделка были таковы, что там вряд ли можно говорить о наличии элемента общественного порицания, который мог бы мотивировать путь во власть. Отказ в исполнении этой должности. Но Дерри рисковать не хочет. С его точки зрения, подобного развития событий будет немалым позором. И поэтому он настаивает на том, чтобы вопрос о том, может ли он занимать министерский пост, был решен законодательно Кнессетом перед тем, как правительство новое будет приведено к присяге. Для этого, как вы уже сказали, нужно запустить работу Кнессета для того, чтобы исправить положение. Поэтому я думаю, что мы на следующей неделе действительно увидим смену руководства Кнессета сразу после этого проведения закона о Дерри. Это не будет. Там начнется вообще законодательный блиц. Да, можно там принять целый ряд законов. Там целый ряд вещей. Там коалиция хочет отменить ряд изменений, которые провела предыдущая коалиция. Отменить там, среди прочего, вот этот вот пункт, который они ввели, который позволяет 4 депутатам откалываться от своей фракции. Угу. Не только третьей фракции. Это, мы помним, было введено в надежде на то, что от Ликуда отколются его депутаты. Но ирония состоит в том, что Нетаньяху тоже не хочет рисковать подобным развитием событий, если у него во фракции останутся очень недовольны исходом коалиционных переговоров о сдаче портфеля депутаты оппозиционеры, которые могут продолжать подобным расколом. Там в Ликуде продолжают выражать недовольство излишней щедростью Нетаньяху в отношении коалиционных партнеров? Да, в Ликуде... Или страсти поутихли? В Ликуде за пределами там, примерно 10 ультралоялистов Нетаньяху, которым гарантированы министерские должности, недовольство очень широкое. Там считают, что очень много отдали, там протестуют отдельно против вот этих вот готовности от делиться частью полномочий тех министерств, которые должны вот остаться в руках Ликуда с коалиционными партнерами. Там протестуют против идеи ротации в министерствах. Та же самая Мири Регев заявила, что если ей предложат министерство транспорта на 2 года, она откажется и предпочтет остаться в Кнессете. И это угроза, которую нельзя списывать со счетов. Регев очень влиятельна и популярна член Ликуда. И Нетаньяху должен уже начинать думать о том, как он выходит из этой ситуации, без того, чтобы, удовлетворив всех своих коалиционных партнеров, у него возникла, так сказать, фронта внутри самой его собственной фракции, которая сможет сделать его жизнь весьма сложной в Кнессете после утверждения правительства. Не надо забывать, 64 — это, конечно, хорошая цифра, неплохое большинство, но достаточно 4 депутатов недовольных для того, чтобы резко испортить ситуацию. Еще один вопрос. На минувшей неделе Нетаньяху дал интервью американским СМИ на английском, на замечательном английском языке, в котором сказал о том, что закон о возвращении изменяться не будет, и жить по законам Талмуда Израиль не будет. Это было сказано потому, что это хотят услышать с той стороны, или это действительно будет так? Ликуд — это не религиозная партия. Ликуд состоит из людей светских и соблюдающих традиции в основном. Там есть и религиозные избиратели, конечно, но гораздо менее религиозные, нежели те, которые голосуют за партию открытого религиозного профиля. Поэтому понятно, что когда Нетаньяху об этом говорит, он выражает мнение большинства членов Ликуда и избирателей Ликуда, что еще более важно. При этом, конечно же, Нетаньяху, горизонты которого гораздо шире, чем его коалиционных партнеров, понимает, что нужно, так сказать, успокаивать страсти на мировой еврейской арене, нужно делать определенные жесты в отношении демократической администрации в Соединенных Штатах. Все это, так сказать, как минимум в начале его каденции, в том же самом интервью Нетаньяху четко сказал, что его главный приоритет, главная задача — это борьба с иранской угрозой. Для того, чтобы эту задачу решать, нужно, чтобы не открывали каждый понедельник и четверг его коалиционные партнеры по своим идеологическим соображениям какие-то новые фронты, на которых в любом случае большого прогресса достигнуть нельзя. Мы говорили в этой студии о том, насколько сложным будет процесс любого изменения в законе о возвращении, даже если этого всем очень хочется, поскольку это тема, которая беспокоит весь еврейский мир. Это только один пример. Поэтому я думаю, что здесь речь не только о том, чего хотят услышать, но и о том, что Нетаньяху на самом деле собирается. И, кстати, это же объясняет все сложности коалиционных переговоров. Все партнеры Нетаньяху прекрасно понимают, что в тот момент, когда он сядет в канцелярию премьер-министра, будет очень тяжело пытаться продвинуть в коалиции и в правительстве что-то, чего он не захочет сделать. Арик Эльман, большое спасибо. Спасибо.
Сейчас немного рекламы, после чего поговорим о скандале, который вызвали итоги коалиционных переговоров между Бениамином Нетаньяху и ортодоксальной гомофобной партией НОМ, чей лидер Равин Ави Маоз теперь будет ведать репатриации из стран бывшего СССР. В эфире программа «От шаббата до шаббата». В самом начале минувшей недели, вечером в воскресенье, мы узнали об очередном большом успехе Бениамина Нетаньяху. Лидер Ликуда подписал коалиционное соглашение с фракцией партии НОМ, которая представлена в Кнессете только одним человеком, главой этой партии Равином Ави Маозом. И теперь этот человек, известный своим непримиримым отношением к геям, выступающий резко против проведения гей-парадов и права однополых пар на суррогатное материнство, поборник чистоты крови, призывавший лишить права на репатриацию внуков евреев, займется репатриацией из стран бывшего СССР. В качестве замминистра в министерстве главы правительства Ави Маоз будет курировать деятельность бюро по связям «Натив», а также возглавит созданное под него управление по еврейской национальной идентичности. Кстати сказать, сам факт появления у нас государственного управления по еврейской идентичности уже вызывает тревогу. При этом руководителем будет раввин весьма радикальных взглядов. Ну а ответ на вопрос, чем же будет заниматься управление, придуманное для одного конкретного раввина со средневековой идеологией, весьма расплывчат. Официальная формулировка гласит, что новое ведомство будет заниматься укреплением и созданием еврейской национальной идентичности во всех структурах общества. Его бюджет составит 100-150 миллионов шекелей в год и будет включать 15 ставок. Хочется надеяться, что создание управления с неясными целями и полномочиями – это, скорее всего, еще один способ подкормить электорат, чьи представители, наконец, добрались до кормушки. Однако, если идеология Маоза действительно получит шанс на реализацию под государственным патронажем, то ситуацию можно будет определять так же, как это сделала организация «Свободный Израиль» в своем комментарии на соглашение Ликуда с Маозом. Я цитирую. «Темные и печальные дни для государства Израиль и для русскоязычной общины». Я лишь добавлю, что Ави Маоз также получает под свою ответственность отдел внешних программ и продвижения партнерских отношений в Министерстве просвещения. То есть под его контролем окажется решение вопросов о том, какие организации смогут выступать в образовательных учреждениях и чему будут посвящены эти выступления. Прокомментировать перспективы раввина Маоза на важных государственных постах я попрошу экс-депутата, бывшего главу финансовой комиссии Кнессета Алекса Кушнера. Алекс, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Лидер вашей партии Виктор Либерман одним из первых очень резко прокомментировал назначение Ави Маоза на должность ответственного за бюро по связям «Натив». Но при этом Ави Маоз уже занимался репатриацией. В прошлом даже был соратником Натана Щеранского. Да, то есть в свое время действительно Ави Маоз был таким достаточно ярым активистом Алии, но с тех пор прошло 20 чем-то лет, и видно его, даже практически 30 лет, видно его взгляды очень сильно изменились по отношению к Алии. И то, что его сегодня действительно интересует, это не Алия, а именно чистота крови. Потому что, знаете, он сформулировал такой тезис, который говорит о том, что спасение еврейского характера государства Израиль лежит через... чистоту, скажем так, чистоту еврейской расы. То есть репатрианты, которые приезжают сюда, это на самом деле очень страшно. Я как человек, который возглавлял «Натив», примерно представляю, что может сделать ответственный за него, за эту организацию министр для того, чтобы остановить Алию. Расскажите нам, что может произойти? Ну, я могу привести несколько таких, знаете, практических примеров, которые можно очень быстро сделать. Значит, нужно понимать, что «Натив» получает профессиональные директивы о том, как утверждать право на репатриацию от Министерства внутренних дел, которое, кстати, будет возглавлять Ария Дери, тоже не очень ярый любитель русскоязычной репатриации, да. Алии. И, соответственно, министр, ответственный за эту организацию, в принципе, определяет бюджеты и определяет какие-то, знаете, принципы оперативной работы. Давайте представим себе, что в начале 22 года, когда началась война в Украине, организация «Натив» курировал бы Ави Маоз. То есть, когда мы видели, что консулы, которые работали в Украине, должны были покинуть свои квартиры, свои дома, оставив все свое имущество, в принципе, сами превратившись в беженцев, и начали принимать репатриантов на границах Польши, Молдовы, Румынии и Венгрии, естественно, это стало возможным благодаря оперативному вмешательству
министра, ответственного за эту организацию, Виктора Либермана, который выделил для этого средства, естественно, оперативной работе руководства Натива, главы Натива Неты Брискин. А почему думаете, что Маоз действовал бы иначе в этой ситуации? Потому что Маоз очень четко заявляет, что репатриация из стран бывшего Советского Союза является нежелательной, потому что там недостаточное количество евреев по Галахе. Соответственно, не будет принято никаких попыток или усилий для того, чтобы облегчить эту линию. Теперь, тут, понимаете, получается очень интересный такой бермудский треугольник. С одной стороны, Ави Маоз, который отвечает за Натив, с другой стороны, Ари Дери, который отвечает за Министерство внутренних дел, а с третьей стороны, кто-то из партии Циюну Датит, Бецалеля Смотрича и Бенгвира, кто будет отвечать за Министерство Алии и интеграции. То есть все три эти партии абсолютно сделают все для того, чтобы приостановить приезд сюда репатриантов вообще из бывшего Советского Союза в частности. Поэтому, как вы правильно сказали, нас ждут очень трудные, сложные и печальные дни. А что будет с Нативом? Люди, которые сегодня там работают, как в верхних эшелонах власти, так и на местах, они останутся или вы предполагаете, что их будут менять на людей Маоза? Ну, я не думаю, что это так можно сделать так быстро, потому что существует... А кто принимает решение, в принципе, по этому поводу? Не, ну, опять же, существуют тендеры о том, каким образом правила принятия людей на работу в любую государственную организацию, включая Натив. Понятно, что будут попытки сменить руководство Натива, понятно, что будут попытки вмешаться в оперативную работу Натива. И, знаете, говорят еще о законе, об изменении закона о возвращении, отмене пункта внука. Нужно понять, что это значит. Значит, закон о возвращении был принят последний раз в 1970 году. И тогда, кстати, религиозные партии Циюну, которые тогда представляли Циюну Датит, поддержали этот закон. Сегодня мы слышим заявление Ликуда о том, что вроде как они не готовы на это изменение, но тем не менее в прошлой каденции было как минимум 7 попыток изменить этот закон, включая депутатов от Ликуда, в частности Шломо Кари. И знаете, уже не настолько важно, пройдет этот закон или не пройдет, потому что посеяно семя сомнения. Сомнения в нас с вами, в русскоязычных репатриантах, о том, насколько мы связаны с еврейским народом, насколько мы имеем право... Нашей принадлежности к этой стране вообще. Право здесь быть. И в конце концов, каждый из нас сегодня находится, так сказать, под сомнением, и каждый из нас, даже если мы являемся евреями по Галахе, должны доказывать, действительно это так или действительно это не так. И это на самом деле очень страшно, потому что, вы знаете, это государство было создано как национальный дом для евреев, их семей, их потомков, и сегодня все попытки изменить вот это действительно изменение еврейского характера государства. И еще одна, знаете, цинизм, вот это, мне кажется, верхняя степень цинизма. Сюда приезжают репатрианты из Эфиопии. Члены племени Фалашмура. Приезжают сюда даже не по закону о возвращении. Приезжают сюда по закону о воссоединении семей, проходят здесь гиюр и становятся евреями, становятся израильтянами. Когда речь идет о репатриантах из бывшего Советского Союза, я уже не говорю о четвертом поколении, мы на протяжении этой каденции пытались решить вопрос статуса четвертого поколения в Израиле, хотя бы временно сейчас, на период войны в Украине, но сейчас и третье поколение находится под угрозой. Так что вот вам двуличие, вот вам цинизм в высшей степени. А почему вы считаете, что к эфиопам относятся лучше, чем к русскоязычным? Ну, я думаю, что это налицо. Никто не говорит о том, что вот из Эфиопии едут не евреи, давайте-ка это приостановим. Никто, я никого не слышал, что об этом говорит. Но тем не менее, когда речь идет о русскоязычных репатриантах, вдруг чистота расы становится самым главным фактором и самым главным критерием. Ну, это же налицо. То есть вы считаете, что это не борьба за чистоту крови, а конкретно борьба против алии из стран бывшего Советского Союза? Я считаю, что это расизм, я считаю, что это цинизм, и я считаю, что это, знаете, вот самые темные силы, которые существуют в Израиле, радикалы сегодня приходят к власти, и нас действительно ждут тяжелые времена. И я думаю, что это время для нас всех понять, что речь идет о коллективной угрозе, и мы должны вместе с этой угрозой бороться. Гадя Эйзенкот, представитель государственного лагеря, в конце этой недели заявил, что если будут происходить изменения, которые будут вредить Израилю как демократическому государству, его национальной обороне и так далее, то он выведет на улицы миллионы людей и сам вместе с ними выйдет. Вы тоже готовитесь к подобному развитию событий, потому что все-таки ситуация будет меняться, как мы видим? Вы знаете, мы готовы уже сегодня использовать все инструменты, которые у нас есть, для того, чтобы повлиять на ситуацию, для того, чтобы торпедировать подобного рода попытки. Мои коллеги в Кнессете будут это делать, мы будем это делать на улицах, в прессе, в любом общественном пространстве, где это только возможно. Потому что это вот сегодня действительно реальная попытка изменить характер Израиля от свободного еврейского демократического государства к радикальному еврейскому Ирану. Какой вы видите судьбу экономических реформ, инициированных вашим правительством?
что останется, что будет действовать? Ну, опять же, я очень надеюсь на профессионалов, которые продолжают работать в Министерстве финансов, которые будут делать все для того, чтобы продолжить те реформы, которые мы начали по либерализации экономии, как экономики, открытий рынка для конкуренции. Но понятно, что... Что-то может быть отменено. Я думаю, что очень много будут сделаны попытки для того, чтобы отменить, потому что те группы интересов, те лоббисты, которые привыкли решать проблемы в Кнессете и в правительстве с помощью их связи с политиками, снова получат силу, потому что с нами у них не получалось, а с правительством Ликуда и со всеми там вокруг дельцами у них это снова получится, потому что там это, знаете, такая очень четко смазанная и годами проверенная система. Но опять же, мы находимся в оппозиции и будем делать все для того, чтобы, во-первых, освещать такого рода события, они будут, я уверен, практически каждый день, пытаться торпедировать, насколько это возможно, и пытаться, в принципе, показывать гражданам Израиля зеркало о том, что происходит в этой стране на самом деле. Потому что практически по всем параметрам жизни нашего государства, будь то общественный характер этого государства, экономическое будущее этого государства, вмешательство политиков в то, что происходит в армии, все эти тенденции, они достаточно опасны для будущего нашего с вами государства. Давайте перейдем от общего к частному. Вопрос, а есть ли жизнь после Кнессета? Ваши ближайшие перспективы, чем вы намерены заниматься? Ну, во-первых, конечно же, есть жизнь после Кнессета. Вы знаете, на протяжении вот этой вот каденции, на протяжении полутора лет, я работал действительно очень много, практически 24/7, как минимум 2-3 раза в неделю оставался ночевать в Кнессете. Но вот когда это все закончилось, я вдруг почувствовал, какая огромная ответственность была на моих плечах. И сейчас, конечно, можно расправить чуть-чуть плечи, но жизнь, конечно же, не заканчивается. Я, естественно, продолжаю быть частью партии «Наш дом Израиль», возглавляю стратегический штаб этой партии. Помимо этого, пытаюсь развивать различные общественные и экономические проекты. Очень много идей, очень много творческих различных предложений. Будем работать. Алекс Кушнир, большое спасибо. Спасибо. И удачи. Спасибо. Сейчас немного рекламы, после чего поговорим о проблемах репатриантов и трудностях экстренной репатриации. Вы смотрите программу «От шаббата до шаббата». На фоне тревоги, связанной с приходом раввина Ави Маоза в бюро по связям «Натив», надо отметить, что в последнее время ситуация с репатриацией из бывших советских республик и без Маоза далека от идеальной. Большой материал на эту тему был опубликован на минувшей неделе на сайте news.ru.co.il. Там говорится о том, что тысячи граждан России, Украины и Беларуси, приехавшие в Израиль в рамках объявленной уходящим правительством программы экстренной репатриации, столкнулись с тем, что программа фактически перестала работать. В пунктах для изменения статуса туриста на статус репатрианта не только нельзя заказать очередь на ближайшие месяцы, но там также перестали выдавать документы после проверки еврейства нативом. Теперь новоприбывшим нужно обращаться еще и в МВД, где введено новое требование, по которому любой потенциальный репатриант должен предъявить документ о своем личном статусе и о статусе всех членов своей семьи уже после проверки и получения положительного ответа со стороны натива. И речь идет здесь уже не об обычных удостоверениях о браке, свидетельствах о рождении и так далее, а о специальном документе из ЗАГСа, который можно получить только лично или по доверенности, заказав заранее. Таким образом, евреи, прилетевшие в Израиль в статусе туристов, в рамках объявленной правительством программы экстренной репатриации, месяцами ожидают очередей на оформление документов без возможности работать в нашей стране на законных основаниях и, соответственно, без средств к существованию. На связи со студией журналист радиостанции РЭКа Яна Брискман. Яна, добрый вечер. Добрый вечер. А как много сегодня в Израиле потенциальных репатриантов, которые приехали как туристы и ждут изменения статуса? Знаете, я думаю, что никто не знает точного числа этих репатриантов, потому что, во-первых, они не зарегистрированы в Министерстве абсорбции, потому как они только прилетели, они в статусе туриста. Во-вторых, даже если мы предположим, что натив, который находится в аэропорту, каким-то образом их регистрирует, то выясняется, что не все репатрианты проходят через натив в аэропорту. Некоторые, например, прилетают и идут прямо на выход, потому что все их документы находятся уже здесь, в Израиле.
Так что я не думаю, что есть какое-то точное число репатриантов, которые сейчас ожидают получения статуса, но должна сказать, что, например, назначить очередь Министерства абсорбции на данный момент можно на февраль, а в некоторых городах даже на март. То есть те, кто приезжают сейчас, они должны находиться здесь, в Израиле, в статусе туриста, как вы правильно сказали, достаточно долго, месяца два или три. И здесь уже все зависит от того, во-первых, сколько у них есть денег, или же насколько радушны их родственники и знакомые и готовы их принять. Должна сказать, что и открыть банковский счет они не могут, да, в статусе туриста. Это сделать практически невозможно. Российские карточки, если мы говорим о тех, кто имеет право на репатриацию из России, здесь не работают, поэтому речь идет только о наличности. Да? Наличные можно вывести с собой из России тоже ограниченную сумму, да и здесь, в Израиле, с наличными тоже все не так просто. Есть закон об отмывании денег, нельзя заключать сделки на наличные больше 6 тысяч, то есть это все достаточно сложно, и люди находятся здесь практически в очень ограниченных средствах. У них есть Министерство Алии и интеграции предоставляет им медицинскую страховку, но это медицинская страховка только на месяц. То есть что происходит, когда она заканчивается, пока не ясно. Вот, например, вчера ко мне обратились пара молодых людей, которые здесь находятся уже достаточно давно. Проблема же не только в тех документах, которые они должны подать МВД. Многие, например, затрудняются пройти проверку натива, то есть у них недостаточно здесь документов, тогда они должны заказывать эти документы из-за границы, все это время они находятся здесь в статусе туристов. Так вот, их туристическая виза заканчивается, и они не знают, что им теперь дальше делать, как они должны эту визу продлевать. И здесь, на самом деле, есть очень много проблем, на мой взгляд, нерешенных, о которых, ну, может быть, просто изначально не подумали. Например, нехватка консулов в Нативе. На пресс-конференции глава Натива заявила, что ей просто нет рабочей силы, нет людей, которые могут проверять документы, а для подготовки новых людей, новых специалистов, которые могут это делать, сертифицированные консулы, потребуется около года. То есть добавить просто неоткуда. То же самое происходит и в Министерстве Алии интеграции. Генеральный директор Министерства Алии интеграции сказал в интервью радиостанции РЭК, что у нее очень ограниченное число сотрудников, которые имеют право выдавать удостоверение репатриантов, тот самый Таудат Оле. Поэтому из-за нехватки рабочей силы, естественно, и возникают очереди. То же самое происходит и в управлении регистрации населения, в МВД. Не всегда есть сотрудник, который присутствует в центре репатриации. То есть репатриант назначает очередь в центр репатриации, и теоретически он должен пройти три инстанции. НЭТИФ, МВД, ну и потом Министерство абсорбции. Министерство абсорбции, он, собственно, и получает удостоверение репатрианта и все причитающиеся ему льготы. Но, например, он, ему не хватает какого-то документа в Нативе, значит, он должен поехать или заказать этот документ, и все начинается сначала. Очереди, как я уже сказала, заказываются только на месяц вперед. Если, допустим, нет сотрудника МВД на месте, значит, новый репатриант, уже прошедший тип, должен снова заказать очередь в центр абсорбции уже только к сотруднику МВД, и это тоже удлиняет очереди. Очень много причин, по которым действительно люди не могут здесь получить статус, находятся здесь без статуса, переезжают от знакомых к знакомым, снимают Airbnb и тратят на это огромные деньги. И, к сожалению, некоторые арендодатели действительно греют на этом руки, то, что они общаются с людьми, которые не очень понимают израильскую реальность. Ситуация достаточно сложная, и такое впечатление, что такой массированный алии из Украины и из России, особенно из России, здесь просто не ожидали. Яна Брискман, большое спасибо. Спасибо. Мы тоже обратились в МВД за комментарием на острую тему, однако ответа пока не получили. Сейчас немного рекламы, после чего поговорим об итогах недели в сфере безопасности. В эфире программа «От шаббата до шаббата».
Ситуация в сфере безопасности продолжает оставаться весьма напряженной. Минувшая неделя была ознаменована и новыми атаками на израильтян, и продолжением активной контртеррористической деятельности армии на палестинских территориях, а также громким скандалом, связанным с неоднозначными заявлениями и действиями бойцов бригады «Гевати». Подвести итоги этой недели попрошу военного корреспондента Сергея Ауслендера. Сергей, добрый вечер. Давайте начнем с событий конца недели. С армейской операции в лагере беженцев Джинин. Как развивались события и какими могут быть последствия? Добрый вечер, Миша. Ну, пожалуй, что операция в Джинине является таким самым серьезным событием в области безопасности на минувшей неделе. И проходила она в Вади-Буркин. Это западная окраина Джинина. И там военные и оперативники Шабака арестовали человека, которого зовут Васем Фаис. Его подозревают в том, что он готовил масштабный теракт на территории Израиля или на территории еврейского поселения в Иудее и Самарии с применением заминированного автомобиля. То есть туда должны были пригнать автомобиль, его там взорвать, что повлекло бы за собой, возможно, большое количество жертв. Во время ареста подозреваемого в Вади-Буркин начались беспорядки, которые позднее переросли в такой настоящий уличный бой с террористами. Военные подверглись обстрелу, были вынуждены открыть огонь на поражение. Чуть позже сначала Министерство здравоохранения палестинской автономии, потом это подтвердили и источники в израильской армии, заявили о том, что погибли два палестинца. Но это не просто два палестинца, какие-то там мирные жители, которые там, предположим, не знаю, бросали камни, например, да, в военных. Нет, это были террористы, это были боевики, и их зовут Айман Ас-Саади и Наим Зубейди. Оба очень такие примечательные деятели террористического движения. Вот этот вот, который Айман Ас-Саади, я пытался найти о нем какие-то упоминания, является ли он родственником Басама Ас-Саади, вот того самого, с ареста которого когда-то началась эскалация, это было в августе этого года, эскалация и операция «Рассвет», но не нашел какой-то связи между ними. Но, тем не менее, он 26-летний полевой командир исламского джихада в Джинине, входил, среди прочего, в бригады Джинина. О них я сейчас расскажу чуть позже. А второй — это Наим Зубейди. Он родственник того самого террориста Зубейди, который в сентябре прошлого года, соответственно, сбежал из тюрьмы Гильбоа. Так вот, оба они входили вот эти так называемые бригады Джинина. Ошибочно говорили о том, что это какая-то самостоятельная группировка, но это не совсем так. Это скорее такая вот, ну, я бы сказал, ассоциация террористических организаций, в которую входят в Джинине и бригады Аль-Кудса, это боевое крыло исламского джихада, туда входило и логово Львов, и боевые отряды Фатха, и, в общем, совершенно разные там люди, разные террористы, разные как бы террористические группировки, все они были причастны к разного рода нападениям, обстрелам, террористическим актам и так далее. Их ликвидация вызвала такое довольно серьезное обострение, потому что исламский джихад пообещал отомстить за своих погибших командиров. И в связи с этим территориальная дивизия «Газа» — это такое воинское соединение, которое в чьей зоне ответственности находится, в частности, и сектор «Газа», и прилегающие к нему израильские территории, была приведена в состояние повышенной готовности. Сообщали, правда, ошибочно, что там разворачивают дополнительные батареи железного купола, но этого не было. Это на самом деле не произошло. Но, тем не менее, уровень готовности армии вот на юге был повышен несколько, и власти Джинина призывали к всеобщей забастовке. И в частности тех, кто имеет разрешение на работу в Израиле, призывали на эту самую работу не выходить. В понедельник в округе Бениамин был совершен автомобильный теракт. В каком состоянии находится пострадавшая военнослужащая и что известно к этому дню о террористе и его мотивах? Ну да, это был такой классический автомобильный теракт, теракт-наезд. Произошло это возле автозаправочной станции, возле перекрестка Кохав-Яаков утром, когда черный внедорожник внезапно
резко увеличил скорость, он просто разворачивался вроде как на заправке и сбил девушку-военнослужащую, 20-летнюю девушку. Она с черепно-мозговыми травмами была доставлена в больницу Шаар-Эй-Цедек, но ее травмы оцениваются как средней тяжести, и она идет на поправку. И, в общем, уже к вечеру того же дня, когда это произошло, врачи сообщили, что ее состояние улучшилось. Девушке, прямо скажем, повезло. Террорист после этого начал... резко увеличивая скорость, двигаться в сторону от этой заправочной станции, чем привлек внимание экипажа полиции, который обратил внимание на машину, которая быстро мчится по дороге, нарушая правила дорожного движения. В этот момент по рации полицейские услышали, что произошел, вероятно, автомобильный теракт. Они начали преследовать террориста, прямо на ходу из машины открыли по нему огонь и, как было сказано, нейтрализовали. На самом деле они его застрелили, он получил смертельные ранения и в больнице уже, куда его доставили, чуть позже был признан скончавшимся. Машина остановилась, полицейские разбили стекло, убедились в том, что он нейтрализован, после чего вот вызвали скорую помощь, которая, собственно, и доставила его в больницу. Террористом оказался Рани Абу Али, житель деревни Бейтуния, это в районе Рамаллы она находится. Он отец 5 детей, и у него было разрешение на работу в промзоне Ариэля, вот все в той же промзоне, да, про которую мы уже когда-то рассказывали, где некоторое время назад был такой тяжелый ножевой теракт с 3 погибшими, и он работал в одной из крупных торговых сетей. Что подвигло его на этот шаг, совершенно непонятно. Известно, что военные задержали членов его семьи, их тоже допрашивают в Шабаке, и допрашивали в Шабаке с целью, в общем, выяснить, что, собственно, произошло, потому что вполне себе такой нормальный, обеспеченный, респектабельный палестинец, отец семейства, 5 детей, как-никак, вот вдруг решился на такой шаг. О том, что это автомобильный теракт, сомнений никаких нет, потому что было опубликовано много видеозаписей, где он, собственно, вот разворачивается, прям целенаправленно через тротуар переезжает и наезжает на эту девушку. А кроме того, я забыл упомянуть, он пытался отстреливаться от полицейских во время погони, ну чем, собственно, и вызвал ответный огонь. Перейдем к скандалу в Хевроне, в котором оказались замешаны бойцы Гевати и левые активисты. А что вообще стало причиной перепалки, которая и довела одного из бойцов до дисциплинарного суда? Да, инцидент неприятный. 5 солдат были отстранены от службы. Из них 2 непосредственные участники инцидента, а 3, по всей видимости, за то, что не вмешались и не предотвратили всю эту историю. И причем, что любопытно, в тюрьму-то отправился не тот, который повалил и бил левого активиста. Он все еще находится вот под следствием, да. По поводу его действий идет проверка. А был отправлен 2, который вот громко на камеру сказал, придет Бен-Гвир, наведет порядок. И командование расценило это как политическое высказывание при исполнении своих обязанностей на боевом посту, что, в общем, в армии считают совершенно недопустимым. Он подал апелляцию, этот солдат, но его апелляция была отклонена. Командир батальона утвердил приговор вот этот, и человек на 10 дней отправился в тюрьму, после чего командиру батальона начали поступать угрозы. В эту ситуацию вмешались политики, вот, в частности, Итамар Бен-Гвир там выразил всяческое сочувствие и поддержку этому военнослужащему, посетил его семью и даже намеревался посетить его в тюрьме, но ему в этом было категорически отказано. И министр обороны Бенни Ганс, и начальник генштаба Авив Кохави отказали ему в этом. В предварительных выводах командования, которое разбиралось в причинах инцидента, было указано, что вот сам факт задержания гражданского без участия полиции или МАГАВа уже был вот такой довольно серьезной ошибкой со стороны военнослужащих, поэтому принято решение вот в эти патрули, в частности в Хевроне, которые там находятся, военные патрули, включать сотрудников полиции или военнослужащих МАГАВа. Сергей Услендер, большое спасибо. До свидания, Миша, всего доброго. Сейчас немного рекламы, после чего вас ждет большой специальный репортаж о жизни еврейской общины Хеврона. В эфире программа «От шаббата до шаббата». На минувшей неделе моя коллега Карина Рубинштейн отправилась в древний город Хеврон, чтобы познакомиться с местной еврейской общиной и рассказать нам о том, как живут люди, которых называют «костью в горле» у арабского населения Хеврона. Впечатлений хватило на большой специальный репортаж, однако что-то осталось и за кадром. И об этом Карина расскажет нам прямо сейчас. Карин, добрый вечер.
Привет и хорошей недели. Спасибо. Итак, главное впечатление от поездки в Хеврон. Конечно же, древность и археология захватывает дух. Все знают, что Хеврон — это второе по святости место для каждого иудея. Но больше всего меня вдохновили люди, которые там живут. Мне удалось пообщаться и с людьми, которые потеряли своих близких в терактах, а ведь они не какое-то исключение из регулярной повестки дня для местного населения, а скорее обыденность. И с теми, кто восстанавливал еврейскую жизнь в городе после длительного многолетнего изгнания. И тут важно отметить, что, например, в Шхеме, где находится не менее святая могила Иосифа, куда каждое паломничество сопровождается армией обороны Израиля, куда каждая поездка сопровождается столкновением с местным населением, именно потому, что еврейского присутствия в этом городе нет. В Хевроне совершенно другая история. Именно потому, что поселенцы уверены, что в этом городе нужно жить, что это не менее еврейский город, чем арабский, хотя он на 80% под контролем палестинской автономии. Именно поэтому мне удалось туда приехать, сделать невероятный материал и о древностях, и о том, как живет современная еврейская община, и поделиться с тобой этими впечатлениями. Я предлагаю нашим зрителям прямо сейчас... Несколько слов о технических особенностях этого спецрепа. Часть его снята на обычный телефон, правильно? Весь Он репортаж весь. Снят на телефон в стиле travel-блога. Угу. Вот что вижу, то и пою. Что ж, давайте посмотрим. Вот это вот граница Казбы, то есть эти дома построены где-то в 14-15 веках. Эта дорога была здесь всегда, даже если сегодня она выглядит иначе, чем десятки веков назад. Это Хеврон. Евреи живут здесь более 3000 лет, с 13 века до нашей эры. Сегодня израильтянам открыт доступ только на 3% города, хотя под контролем армии обороны Израиля находится еще 17%. Здесь перед вами мы видим квартал Авраама Авину, там, где... Был еврейский квартал, начиная с 15 века. Дома были разрушены во время иорданской оккупации. Сегодня все еврейские дома построены заново. Здесь Казба. Это основная старая часть Хеврона, где было много еврейских магазинов, были еврейские дома. Сейчас евреев там нет. И евреям, гражданским лицам, туда доступ запрещен. Хотя... Почти 20% Хеврона находится под контролем израильской армии. Из этих процентов только на 3% территории города евреям, гражданским лицам есть свободный доступ. А вся остальная территория, хоть и под контролем нашей армии, но евреям, гражданским лицам туда ходить запрещено. Ну, естественно, те более 80% Хеврона, которые под контролем палестинской полиции, туда евреям, гражданским лицам ходить запрещается. На этих 3% расположены с десяток именных домов еврейских поселенцев, одна из самых древних ныне действующих синагог на территории Израиля и самый древний еврейский мавзолей, до сих пор используемый по назначению – пещера праотцов. У пещеры Амахпела, дословно это «двойная пещера» в переводе с иврита, абсолютно невероятная история. Согласно еврейской традиции, Авраам Авину купил это место у Хета Эфрона за 400 шекелей для захоронения своей супруги Сары. А следом за самим Авраамом в склепе упокоились Ицхак и Ривка, а также Яков с Леей. По легенде, тела Адама и Евы тоже там, что делает комплекс почитаемым не только для иудеев, но также для христиан и мусульман. В разные исторические эпохи в стенах древнего монументального строения высотой до 12 метров были синагога, церковь и мечеть. Хеврон – второе по святости место для каждого еврея, несмотря на то, что еврейское население в городе составляет всего 1350 человек, по данным статистического бюро Израиля на 2021 год. Почти 700 лет мусульманского правления евреям запрещали вход в святыню, потому они начали молиться у внешней стены, поднимаясь не выше пятой ступени. И сегодня вы можете видеть паломников с сидурами в руках, точно как у стены плача в Иерусалиме. В результате кровавого теракта 1994 года, когда Барух Гольдштейн расстрелял 29 молившихся мусульман, территория комплекса была разделена на две части – мусульманскую, примерно 3/4 всей площади, и иудейскую, с отдельными входами. А проверка при входе в святыню начала осуществляться израильскими службами безопасности. Туристы же могут свободно посещать обе части. Только 10 дней в году евреи могут молиться не только в этой половине комплекса пещеры Махпела, но и в зале Ицхака. Ближайший из этих 10 дней – это ближайший шаббат, когда читают главу о покупке пещеры Махпела, недельная глава Хаей Сара, и тогда десятки тысяч евреев приезжают на шаббат в Хеврон.
чтобы посетить зал Ицхака. У входа в пещеру нужды современного мира хоронят археологические раскопки в слоях земли. Началось строительство пандуса, откладываемое 30 лет для посетителей с ограниченными возможностями. В еврейском квартале Хеврона Авраам Авину расположен еще один исторический памятник – одноименная синагога, построенная в 1540 году евреями, изгнанными из Испании, и разрушенная 24 августа 29-го в ходе кровавого арабского погрома, как и большинство домов еврейского квартала. Только после шестидневной войны евреи начали возвращаться в Хеврон из иорданской ссылки. На месте разрушенной синагоги они обнаружили загон для овец и ослов и общественную уборную. Усилиями профессора Бенциона Тавгера, который провел раскопки, синагога была в точности восстановлена по фотографиям и воспоминаниям выживших. В нее вернули и древние свитки Торы, которым более 300 лет. Цааль в 1967-м дал добро на строительство еврейского поселения Кирьят-Арба на стыке с Хевроном, но заселять обратно город Авраама не позволял. Тогда еврейская община нашла обходной путь. В ночь после Песаха 1979-го в здании Бейт-Адасы высадился десант из 40 детей и их 10 матерей. Как сказано в Талмуде, еврейский народ был спасен за заслуги праведных женщин, которых не напугали руины и 50 сантиметров пыли. Этот инцидент заставил израильское правительство во главе с премьер-министром Менахемом Бегином официально объявить Хеврон открытым для еврейских поселенцев. Одним из участников акции, который передавал детей по лестнице Иакова, был молодой художник, репатриант из Москвы, Шмуль Мушник. Именно его фрески украшают стены современного музея наследия в здании Бейт-Адаса. Это было написано акриликом. Практически это фреска, технически нет, потому что писал это по сухому. Ну, что по сухой штукатурке, они по влажной. Даже не спрашивал себя, это было совершенно ясно, что когда есть такие вещи, надо в них принимать участие. Потом оказалось, что она имела историческое значение. Было, я думал, что мы вернемся в Кирьят-Арбе, нас уже будет ждать полицейский джип. Но они, так сказать, далеко не такие оперативные. Мушника, пишущего в жанре импрессионизма, называют Ван Гогом Хеврона. Многие его картины посвящены городу или Иерусалиму, написаны яркими, динамичными, экспрессивными мазками. Несмотря на все трудности поселенческой жизни, Шмуэль является сторонником постоянного еврейского присутствия в этом древнем городе и в священной для евреев пещере Амахпела. Есть определенные трудности, которые, так сказать, наши разные, не все, но разные правительства нам периодически устраивают, но жизнь-то есть преодоление трудностей. Это наш национальный мавзолей, это первая столица наша, Хеврон, это сердце нации. Хеврон – это начало, Иерусалим – это цель, значит, как... Эти палки о двух концах, они без друг друга не могут. Реальность жителей Хеврона – это преодоление палестинского террора. Кирьят-Арба, Хеврон появляются в сводках новостей едва ли не каждый день. Несмотря на то, что в последнее время ощущается напряженность на территориях Иудеи и Самарии, вот прямо сейчас я нахожусь на границе Кирьят-Арбы, еврейского поселения, и города Хеврона, который на 80% контролируется палестинской автономией. Вот на месте этой палатки в 2001 году был совершен один из крупных терактов, когда были убиты два израильтянина, а за моей спиной в Кирьят-Арбе недавно совсем был совершен теракт, когда погиб Ронен Ханания. Будем надеяться, что сегодняшняя атмосфера будет спокойной, и в Хевроне, в той его части, где 20% контролируется израильской армией, все будет спокойно. Офер Касив, депутат Кнессета от блока Хадаш-Таль, назвал еврейских поселенцев Хеврона костью в горле. Но для них самих это дом, которому уже более 3000 лет. Карина Рубинштейн, специально для 9 канала. И на этом наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, будьте здоровы, увидимся на следующей неделе.